Всем привет! Всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и давайте глянем на Figment. И если вам понравится видео, и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него. Вам это будет несложно, а мне приятно. Эту игру раздавали бесплатно в Steam, а может быть и до сих пор еще раздают. И вы посмотрите это видео, скажете: о, игра кайф, надо бы тоже бы прикоснуться к сие творению. Пойдете ее скачаете. Что я и сделал, когда узнал, что данную игрушку раздают на халяву. Вот, она из себя представляет экшен, что-то там, приключения. По скриншотам такой там мультяшный мир. Ну, сейчас посмотрим, что за игрушка. Поехали, новая игра. Так, ну это я тестировал, как она работает. Играется все шикарно. Запускается без каких-либо там эксцессов. А то сколько раз такое было. Игру новую установил. Бах, а она должным образом и не работает. Not really. Yeah, you would be too scared to parachute off a building, Dad. Leave your dad alone, honey. You don't need to parachute when you sell houses. Boring. When I grow old, I want a job where you have to parachute. What? Oh, crap! Whoa. Что творится-то? Что, авария была, что ли? Ну да. Хера себе начало у игрушки. Я тут думал, тут детская сказочка какая-то. Ленивая ты задница, ни хрена себе перевод здесь. Даже не перевод, наверное, ну. Реально так это птица, попугай калибри так сказала. Обалдеть. Детская игрушечка называется, сел поиграть. А, он еще и этот, какой-то бухарь. Офигеть. Найдите лед, чтобы кинуть в напиток. Теплый напиток, исследовать. Так, значит, ну погнали. Надо нам отыскать лед. А лед, случайно, не вот здесь, вот эти вот холодильнички. Так, что там? My scrapbook. As soon as I find ice, I'm coming back to you. Это не оно? Ага. Можем перекатываться. Слушай, ну рисовка прям бомбическая. Мне прям реально заходит. Так, а что можем еще делать? Значит, надо управление-то вообще глянуть. Атака, уклонение. Использовать сумка. А, ясно, понятно. Cerebrum cider. I'm not drinking that without ice. Сидорочек пьет наш герой. I'm not even getting a nice to see you. Or how have you been? It's been forever. You know, I have something important to tell you, buddy. Unless it's about the ice machine, I'm not interested. Also, I'm not your buddy anymore. Leave me alone. Так, кнопка. Хорошо. А вон мы видим с вами аппарат для льда. Неработающий автомат с кубиками льда. Where's the synapse battery for my ice box? It won't work without it. Оранжевый паз для батарейки. The ice machine is missing a synapse battery.
Слушай, ну какой-то прям даже, можно сказать, квест. Так, нам, наверное, эту батарею надо взять, да? Под батарейку. Synapse battery might become useful. Инвентарь. Оранжевая батарейка. The ice machine is missing a synapse battery. There we go. О, отлично. Есть лед у нас. Let's get it back to my rocking chair and I'm good. Так, а я это батарею уже все. Батарейку вытащить не могу. А-а-а. Ясно, понятно. You do remember I'm called Piper, right? Whatever turkey tit. А, это индюшка? Или... А что за птица-то? Попугай. Ну, на калибри похоже. Ah, now for a... Wait, where's my drink now? Pretty sure... My scrapbook. Where did it go? Опа-ля, ты посмотри. Э, Скотт, верни вещи, которые не принадлежат тебе. Ты. What? Leave my scrapbook alone. It's mine now. The loose now. Give that back. That book is mine. Eventually, we all lose everything. That's what I was trying to say. Something's totally messed up in the mine. We need you back, Dusty. Screw the mine. I need my photos back. Ух, нихера себе он тут сигает. Стивен Сигал. Так. А к краю могу подойти? Не, не могу. Ну, то есть могу подойти могу, упасть не могу. Это очень хорошо. For you, my friend. Dark devouring despair served ice cold. Ё-моё. И что? Whoa, I'm stuck. А, вон как все. Через пробельчик, да? Все, что запарил здесь, это... Creatures. If I hadn't thrown away my sword, it must be around here somewhere. Так, нам нужен меч. Что там? I'll keep this until I find my scrapbook. Найдите меч. More of these twirlers. What are those anyway? Don't care. Need to get through it. Так, металлический диск подобрать. Endorphins. Endorphins. Nice. А, collecting those and you'll be your former self in no time. Эндорфины, это позволяет нам увеличить, я так понимаю, шкалу жизни. Когда мы набираем полностью шкалу эндорфинов. Что-то как-то не особо надежное оружие, это деревянный меч. Yeah, а, ну даже вот так вот, да, вот
Все, я понял. Ага, можно не через пробел, да? Через пробел тут перекаты делал. Хотя через пробел, наверное, удобнее будет. Опа-опа, под большим пальцем. Фиг знает, сейчас посмотрим. Так, давай-ка с ним разберемся. Мучпан, получи. Во. Все понятно, там появляется... Ага. Черная метка, куда прилетит подача. Так, ну у нас пока что ничего нет в инвентаре. Чтобы поставить сюда. А? Brainstorm, I tell you. You don't need the weatherman to know which way the wind blows. Что такое? Бабуль, открывай. I feel it in my skull. A brainstorm is coming. Brainstorm, I tell you. Ладно, бабуленца не хочет нам открывать дверь. Жаль. Так, значит, получается, наверное, это... Нам надо сгонять... Нам сгонять, наверное, надо за... платформой, да? Угу, металлический диск. Так, отлично. Hey, Dusty, check out the endurance neuron spinning around that tree. Yeah, I could actually really use a refreshment. Then go hit it, man. А зачем мне освежаться? No way. Так у меня же все есть. Так они мне не нужны, у меня полная шкала. Наверное, можно было бы и не брать. Наверное, куча всяких ловушек. Там не ловушек, а этих головоломов всяких там. Как добраться до туда, надо будет думать. Сюда, туда, там ключи какие-нибудь получать будем. Может быть, как бы игра будет похожа на стиль, ну, метроидванию. Хотя, может быть, все и проще здесь. Будет все просто. Так, давай сходим сюда сначала. Посмотрим, что у нас тут. А тут у нас... А платформа не ездит, да? Жаль, жаль, жаль. Подожди. Так. А ну-ка. Вот так вот. А если это перемещается сюда? Ага. Все понятно. Ну, нам пока что... Эх, е-мое! Одноглазые змеи. Давай, давай, сюда иди. А. Так, где это? Чушь. Давай, давай, сюда, ко мне. Да, по красоте было. Да,
Так. Еще одну убрали. Где он? Нет его. Так, сюда зачем идем? Что-то хотим мы взять здесь. Ага. А, батарейку мы видели там. Батарею. Поэтому давайте сходим туда. Сейчас ее возьмем. И принесем сюда. Так, голубая батарейка. Угу. А если я ее подберу, то... Вон, как все. То есть надо как-то... А не как-то, если не замутить? Не утащить отсюда батарейку? Забытое воспоминание? А каким образом я должен до него добраться, до этого воспоминания? А, подожди. Все понял. Значит, идем сюда. Там переезжаем, батареи вставляем. Даже так? Прекрасно, прекрасно. Way to go, Dusty! Maybe you can recover all the remembrances now that you're already out of your chair. Отвали, придурок! Я не успел прочитать, ты ёптин. Так, значит. А можно ли как-то эту батарею протащить? Давайте сначала пройдем, посмотрим, может быть. Не надо никуда батарею тащить. You sad old discarded creature. Have you lost your breath? I'm saving my step for kicking your butt. Какая музыка. Прикольно. Да давай, давай, давай. Что там, хочешь меня, типа, испугать, что ли? Завалить меня, что ли? Иди отсюда, Паук. Тонконожка. Решил напугать. Ежа голой жопой. Хрен там тебе. Так, а... А что как? Камера как-то так это... Это выход с уровня?
Вон как все. Cerebrum City. Remember this place, Dusty? I'm not here for a trip down memory lane, Bird. I'm here to find that thieving bastard. Get up there and catch him! Отвали, придурок, я больше никогда не буду играть с тобой играть, тот. Ага. А что? Так, подожди. А типа воспоминания, да? Certainly not. А, здесь... вот как. Все, я понял. Мы сюда возвращаем все воспоминания. Ни хрена тут их воспоминаний. Немаленькое количество. We have to be reasonable here. Mayor Relic will know what to do. We will lose the mind without reason. We have to be reasonable here. Mayor Relic will know what to do. Чем-то мне напоминает, когда ты в дверь стучишься, и там никто не открывает, но что-то кто-то говорит, это там. Dark Souls. Bloodborne там тоже. Когда ходишь по локациям, есть какие-то двери, куда можно постучаться, и кто-то там тебе там что-то советует, подсказывает. The mind is broken. We need order. Order is important. I tell you. The mind is broken. We need order. Order is important. I tell you. Слушай, ты себя ведешь, как алкоголик какой-то. Кошмар. А, ну конечно, в чем? Он уже мою рюмаху там опустошил. Hurry! Do something now! There's stuff to do! Come on! What are you waiting for? Do something! Whatever. The mind's in a rough state, but what are you gonna do about it? Whatever. The mind's in a rough state. Так, а зачем мне буду сейчас всех обходить и стучать? My nerves, nightmares everywhere. Help us all. My nerves, nightmares everywhere. Help us all. Get the nightmare, dudes. It's just party. Не, ну давайте пройдемся, может быть, кто-то что-то умное скажет нам, полезное. Laughter is always the best medicine. Дом оптимизма. Жесть. I feel so bad for everyone. The mind. The nightmares. Everyone deserves love. I'm not lowering myself to do anything about such things as nightmares. What's below me? Так, кошмар пошел туда. Давай сначала посмотрим, что у нас тут. Плодородная почва. У нас пока что нечем привлечь то растение сверху. Ну а что-то будет положить. Это растение должно как-то среагировать, и мы сможем там подняться, да? Дом ностальгии. When the mind was young, everything was much easier. And it never rained. We should just burn down the whole thing, if you ask me. It would make such beautiful fires. Так, А, вон еще как, оказывается. Тут эти шарики можно сбивать. Это, наверное, какая-нибудь это ачивка, да? Как я понимаю.
Ну ладно, мы тут пришли не за ачивками. Мы пришли все-таки игру проходить. Ачивки так вот, на досуге можно некоторые повыполнять. А давайте сейчас я вещи позбиваю. Ну, вроде здесь все. Проклятые ступеньки. Ты согласен? А, туда. О, давай сначала туда сходим еще. А то сейчас поднимемся за кошмаром и все профуфлыжим здесь. Я так понимаю, что можно мы... Хотя, может быть, и не будет такой возможности возвращаться обратно вниз. Ой, не вниз, а ну обратно по карте. Так, ой, шестеренки. А, то есть у нас пока что... Сюда вставить нечего. Угу. Ясно, понятно. Так, а здесь... ничего интересного не будет. Не, ну мы пришли отсюда, но вроде бы... Не. Так, а можно выйти, интересно? Можно, хорошо, то есть можно будет потом пробежаться по каким-то локациям, наверное, что-то где-то будет закрыто. Ну да, вот видите, шестеренка нам нужна, но у нас ее нет. Так, а сюда мы ходили. А, здесь просто так путь ведет сюда нас. Так, ясно, понятно, погнали тогда наверх за кошмаром. Something old and musty. Your presence brings me joy, old Dusty. Mayor, what the heck happened here? Trauma in the conscious mind. The nightmares have come unconfined. They've seized our lands without remorse. We hide in fear behind closed doors. That's why. А он рэпер, слушай, это мэр, оказывается. Ух, нормально так зачитывает прям так, речитатив так, прям хоп-хопа. I'm only here to beat that thief and get my stuff back. You have been unneeded for long, my friend, but the mind now needs your aid again. Yeah! Needs my aid? Huh! The mind stopped challenging itself. I've been forgotten. I cannot blame you for feeling so rotten. So, do you know why the gate acts strange? We can't go through. Too much fear came through the gate and left it in an altered state. Enough gibberish. How do we fix it so I can get my scrapbook back? If you must the gate traverse, the flow again must be reversed. Defeating a nightmare, I'll confess, should put an end to all this mess. So beating up a single loose nightmare could reverse the gate? Okay, Mayor, where do I find one? A gangly coffer slinkered by and disappeared into Freedom Isles. Creative thoughts now drown in gas. This seedling here should clear your path. Ага, росток. With all that rhyming, this better work, old man. Wait, I'm coming too! I love the right side of the mine! Так, найдите кошмар на острове, на островах свободы. Mayor Relic's house. Can't say I've missed coming here. Не могу. Mayor Relic's house. Can't say I've missed coming here. Не могу сказать. Странно.
Waiting are your tests and trials. Fare now well to Freedom Isles. Ну, прям смотрю, прям... Знатненько так все зачитывает он здесь прям. Хорош, хорош. Мэр, тебе бы это, знаешь, наверное, альбом бы записать. Станешь знаменитым, богатым. Значит, мы идем каким-то длинным путем воткнуть росток. Вот сюда, наверное, да? Правильно же? Just hope it holds up. More damn stairs. Ну, пошли. Набережная Свободы. Nobody seems to be at home. Я так понимаю, что мы, я не знаю, за кого мы играем. Не бойтесь, не бойтесь, мы не гости. Let's find out. В городке последуйте за кошмаром чумой. Помните, там наготовили хозяева там кучу еды, всего такого, там звонок в дверь, там... О, блин, гости! А, нет, ночь... А, ну они ходят там что-то, гости, 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 так подходят там. Кто там? А там стоят бандюки, короче, эти, которые, ну, пришли грабить. Не бойтесь, не бойтесь, мы не гости. Так... Ты тут это... братан, успокойся. Успокаивайся. Ты чего разошелся-то? Разбуянился. Такая прям... Музыкальная игра прям очень клёво. Так, и чтобы нам это убрать, нам надо найти батарейку. What the? Look out! Хера себе там меня обдало. Чем-то похожим на детскую... Неожиданность. Так. Ой, мать, they want put the cattle on, but my house is out of power. А я могу вернуть? Ой, my power's back. My brothers are the proud guardians of tea breaks, but the nightmare made us all take our kettles off. With the kettles back on, that would be peace of mind. Так, ладно, нам батарея нужна эта. Батарейка. Блин, ну звуковое сопровождение игры просто вне всяких похвал. То есть ты предлагаешь мне покрутить?
А, ну то есть получается, я думал батарею пойти вернуть тому, кто там чай пьет. Но, видимо, не получится. Ё-моё! Да нахер пошло! Так, шикарно. Зеленый паз для батарейки. Так, сюда нужна ручка. Могу я как-нибудь эту... Не, не могу, подожди. Значит, надо... Главное, эти... сами вентиляторы в виде этих стрекоз. Ё-моё, что здесь делается-то? Ага. Так, отлично. Взяли ручку с вами. Красный глаз. У меня нет необходимого... ну, нет батарейки нужного цвета. Нормально, такая вот гусеница огромная. Так, подожди, хватит там запрыгивать на нее. Бло. Бло. Погоди, дайте мне послушать музыку. Ну-ка. Блин, вот сидеть просто можно и слушать мелодию в этой игре. Знаете, мне эта мелодия сейчас напомнила очень... помните, игра Яга была. Или Яга. 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 Я проходил ее. Там прикольный такой. Прикольная РПГшечка такая небольшая. Не знаю, почему тут мелодию этот, который сейчас играла. Очень мне напомнила. Один шар заполняет одну шкалу. Ну, одно деление. Так, опа-ля. Ё-моё! You wake up from my fever dream. Your blood is boiling, your headache split. You lose your lunch and smell like something nasty. I'm the sickness you cannot quell. The
That is no cure, you won't get well. А что мне надо сделать? Мне их отбивать, наверное, надо, да? О, ё-моё! А? Нормально, нормально, там его раскумарило. Пока что непонятно, за кого играем. Я вот. That coward. He fled deeper in. Catchy tune, though. Интересно просто по сюжету, кем мы являемся? Там ребенком, отцом семейства, либо кто мы такой? That is a strange plant, even for Freedom Isles. Yeah, what's the catch? А, то есть нам надо будет с вами сейчас найти леску. Да, тут какая-то игра такая прям... Чё-то прям... Наверное, так, вот знаете, мне вот сейчас реально вот происходящее немножко напомнило видео, в котором, ну, создатель видео, автор канала, рассказывал о том, что Comic Zone, ну, на Sega, это у нас квест. То есть не beat'em up, не экшен, а квест. Потому что там все сделано так, что... В этом месте ты можешь применить такой-то предмет, в этом месте такой-то предмет. И все так заточено, он как объяснял, что все так заточено, что ты можешь пройти игру вообще не вступая в драки. Как-то вот так вот он объяснял. Вот, и что-то, ну, здесь-то мы в драки не можем не вступать, но здесь тоже очень все похоже на квест. То есть экшен здесь это такая мелкая составляющая. Здесь больше надо сидеть, думать там... Что-то там искать. Особо, конечно, здесь думать не надо, но все равно, то есть искать предметы, их применять. Нормально, так червяка мы того запустили в космос. Как такое тебе, Илон Маск? Видел, что можем? Что умеем? Jeez, shut up and fasten your seat belt. Так, ого. Хрена здесь себе. Обалдеть, карта. А я думал, маленькая карта здесь, а она огромная. Смотри, туда, сюда, там, здесь. Like, я думаю, здесь она все-таки... Practicing the ukulele. Waste of talent, if you ask me, but... Finally, we're here. Ну, мне кажется, игра все-таки линейная будет. The nightmare must be here somewhere. Не надо будет слишком тут заморачиваться, там искать, куда идти, куда бежать. Whip never stops running, does he?
Nah, all nightmares are the same. Cowards. Nope. Yep. Даже не понял, о чем. Надо как-то убрать, как-то успеть. Не, не хочешь брать. Ладно, с этим делом разберемся. Опять ты, что ли? Подонок! Да вы запарили меня! Где ты, падаешь? Давай, давай, ты где там? Иди сюда. Да ё-моё! Всё, до свидания! Крыса паршивая! Так... I guess no one lives in there. Тут, наверное, одна из ачивок — это простучать все двери в игре. The bridge is out. Мост развалился. Нам надо. Не, ничего. Нам надо найти с вами. А что надо найти? Надо найти эту деталь моста. Крыса, да получи. Все. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Go away. Nobody's home. Nobody's home. А-а-а, ты глянь, ты вон оно как. Ни хрена себе, надо было поймать. Крутяк, крутяк. Hey, Dusty, that tree bears a strange flute. Yeah, but how to get it? Опять что ли? Где? Look, a flower. Так, прекрасно. Да ты чё, охренел? А чё он не сдыхает-то? Ага, ага, так это, ага, так. Подожди. А! Вон оно что! Понятно. Ни хрена себе мы флейту подобрали. Ну все. Нет, еще не все. Зря. Я хочу сюда попробовать постучать, не вариант. Вот
Ладно, оставим в покое. Пускай орёт. Так. Йоу, хорош. Nothing. Certainly not. Не, я думал, там подует как-нибудь флейта. Так, ну что, ребят, на этом я хочу закончить серию. Мне игра прям за... Я не знаю, мне прям игра очень запала. Мне прям очень понравилось, что-то такое необычное. Прям... Реально что-то необычное. А, вон оно как. Да, такое странное применение флейте. Сделать из нее мост. Да не вопрос, братан. Так, значит, погнали тогда, сейчас сгоняем туда и все. И на этом я буду заканчивать серию. Поставим этот, как его зовут? Я что-то даже и не подумал, что как-то хвост поймать. Если честно, случайно произошло. Подожди, вот... А, и таким вот образом воспользоваться катапультой. Вон, ну как. Ясно, понятно. Так, ну что, ребят, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и Фигмент. Всем пока.